Доброго всего времени суток. С вами Тексер. Играем мы во Wreckfest. Я тут посмотрел. 10 очков всего, чтобы перейти в какую-то из этих лиг. Не знаю, в какую. Какая откроется первой. Черт его знает, наверное, Dota. Ладно. У нас осталось неюзанным 2. Блиц-удар некий. И Бангер-дерби. Микробезумие. Самую жалкую развалюху. Ну, и то, и другое гонки, я так понимаю. Потому что где мы тут врезались, вот, по-моему, вот это вот. В общем, какая-то из них была, где мы сталкивались. Или вот это. А это именно гонки. Ну, микробезумие мне по названию нравится больше. Погнали. Угу, опять наша эта креветка. Переднеприводная, недавно купленная. Начали события. Арена разрушения? Неожиданно. То есть нифига не гонка, да? Толкаться будем. Ну хорошо. Правда, на этой креветке сомневаюсь, что можно прям так таранить хорошо. Вторая-то машинка у нас получше. У нас еще третья есть. Я вот не знаю, стоит ее апгрейдить и ездить на ней, но... Точно, оно. Толкаться. Ну, я надеюсь, тут не 3 раунда таких будет, а? Погнали. Блин, вот та вот с ямой-то была лучше. Минус 6 это мало. На тебе. На тебе. Ох, меня сейчас... Уходим. Ух ты ж. Вот тут меньше места, чтобы уходить. Так. Непонятно. Охотится за мной, нет? Эх. Ну, не то, чтобы за мной. А вот это я зря впилился. Ладно, машина уже сдавлена из боков. Их! Так, ходу. Блин! Назад, пока не въехали. Кто-то задним ходом катается. А может, правильно делает? Камера, крутись быстрее. Бодрее крутись, камера. Целенькие все, блин. Ну, не все, часть. А этот уже дохлый, я об него зря бьюсь. Есть. Ну, это вот только крутанул. Ладно. Меня сейчас тоже, наверное, шатают. Блин, на бок только крутанул. Стоять. Отказ переключения. Угу. Надо из этой кучи выбираться. Это плохо. Кстати, это целый. Уцелел как-то. Шабак. Безумный. На тебе, зараза. О, по мне промахнулись. Вот машин уже мало чего осталось. Вот та вот с одним квадратиком. Такая лакомая добыча-то. Один квадратик остался. Так тебе, собака. Поехали, поехали, поехали. Мы должны уцелеть. Вот там целый ходит. Ну, не знаю, сколько я еще продержусь. У меня вот тут логово. Я отсюда разгоняюсь. Опа. Вот так мимо меня, да. Ух ты ж, задним ходом пошел. Смотрите на него. Так, критическое повреждение.
О, все, зажали. А я сам выберусь. Загорелся. Ну, ничего, езжу. Так, уходим, 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 уходим. Там что-то вываливается в машины. Брейкт, все. Седьмая позиция. Даже не знаю. А надо одним из трех быть или как? Даже не знаю. Посмотрим. Видимо, следующий этап. А, нет, все закончилось. Да, открыт следующий. Ну, давайте 90 из 200. Маловато. Так, ну это гонка. Даже не знаю, стоит, не стоит. Тут вот мало чего-то. Давайте перепройдем ее. Побольше. Хм, и сейчас не вообще даже в семерку не войдем. Будет весело. Погнали, погнали. А, мы не так. Мы вот так. Да на тебе. Ой, ты... Ну все, взялось за меня, да? О, вот это вот из свалки нам бы выбраться. Уходим, уходим, уходим. Все, вырвались. Тут вокруг у нас такая толпа образовалась. Вот, и отсюда можно высматривать что-нибудь. Посмотрите, задом носятся собаки. Жабы комнатные. А может, правильно, кстати. Мотор поберечь. А почему я не могу тут за носом поворачивать, а? Вскипел радиатор. У меня или у него? У меня, наверное. Так, ой-ой-ой, задний ход. Передний. Так, ну ладно, то всех увернулся. Вот, хорошая машинка, побитая. Да блин! Ходу-ходу, пока не врезались. По-моему, ее добили. Помог уничтожить, да, ее добили. Так, что у нас тут еще битого? Уйди от меня, нечисть. Вот, битая. Блин! Их увернулась. Собака страшная. Назад, назад, задним, задним. Блин, я задним не умею. Я передним умею. А задним нет. Так, уходим отсюда. Не достал. В прошлый раз, по-моему, лучше заезжали. Так, что тут у нас есть? Так, отказ переключения. На тебе. Она уцелела? Ее перевернули? Похоже, да. О, вот хорошая. Бабах. Есть. Так, что у нас тут еще? Оу.
Вот меня колбасит-то. Ладно, вперед. Не умею я задним ходом. Вообще никак. Так, тут что-то еще крутится вокруг меня. Ух ты, проскочил. Блин, как они задним ходом-то носятся, собаки. Ну давай, ну долбани его. Уничтожил, есть. Три соперника осталось, но я уже не седьмой, уже хорошо. Так. Врикт, все. Четвертая позиция, но это уже лучше. Какие-то титры, какие-то... Ну, нормально так. Уже лучше, а то седьмой. Седьмой — это плохо. Там уже одна звезда получена. Ну, давайте на эту посмотрим. Зайдем, поглядим. Ох ты ж, елки, посмотрите на это. Не, смотреть надо... смотреть надо все. Тут, правда, в три этапа, может по времени длинная серия получится, конечно. Но посмотрим. В случае чего отказаться никогда не поздно. Гонка на ведрах, да, гонять. И юниоры будут пройдены. А, кстати, пишите в комментах. Продолжать. Да что ты. Ой, ну совсем четко вечеру. Пишите в комментах, продолжать по этой игре или не нужно. Потому что с одной стороны тут, наверное, что-то еще будет. Я слышал, тут гонки на автобусах бывают и все такое. С другой стороны, гонки достаточно однообразные мероприятия. Конечно, я в жопе мира. Я бы удивился. А вот так не ждали? Блин, восьмерка это, конечно. Я третий, да? О, как хорошо. Машины, а почему вы такие гоночные, а? Че, я не такой гоночный? А ну-ка, подвинься. Ну, тут кто дрифтует лучше, я так понимаю. Хотя, эти машины почему-то не дрифтуют. Ох ты, да вы еще поперек друг другу ездите. Вот это да. Как ты так дымишь? У тебя ручник что ли есть? А у меня вот нету. А, не надо меня оттирать. Нет, этого желтого я не сделаю. Ёлки. Завершено каким, интересно? А, вторым. Нормально. Вот эти прыжки. Мимо опоздавших, конечно, да. Ну, второй, неплохо. Ну, почему мне кажется, что он ручником тормозит? Тут есть ручник? Ну-ка. Управление. Задний ход. Передача. Не, ну это уже фигня всякая. Тут нет ручника. Как он дымит задними колесами? Я тоже так хочу. Слушай, зелень, иди отсюда. Мы вот с той синей соревнуемся. Да, синяя, мы с тобой соревнуемся.
Так. Лучший круг, хорошо. Блин, как ее не пустить-то? Не пустишь ее, как же, да? Блин! Да вы обалдели. Вот там останься. Ух, теперь не с ними встречаться. Последний круг, хорошо. Так. Ну, мы без ручника кое-что моем. Ух ты ж. А у тебя этот хрен проскочишь. Да зеленая-то достала. Или другая зеленая. Ой, обойдет сейчас. Обойдет же ж. Надеюсь, я первый? Да, первый. Фу. Зажигательно. Педали опять запинал, черт куда. Чем сложнее трасса, тем дальше педали у меня уезжают под стол. Так, ну я трогаюсь первым, да. Меня сейчас все будут пинать сзади. Пошли. Ну что, вписались. Так, вот тут уже притормаживать надо. Так, здесь же врагов не вижу. Сейчас сбоку вынырнут. Так, вот тормозяк проехал. Ай-ай-ай. Да, он красный прошел. Красный, лесом иди. Оу, как все хреново-то, я по большому кругу пошел. Блин, а вы сговорились, да? Нет, ну минимум вторым хочу. Минимум. Ах ты ж! Не повезло. Не повезло. Но против вот этих поперечных ребят никак не проскочишь. А еще у меня сильное подозрение, что они играют за одну команду все. Ну, один уходит вперед, второй меня зажимает. Прям вот есть такое ощущение. Давай, 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 крути, крути, крути. Так, не замирай, не замирай, вперед. Вот, вот он хотел меня сбить. И сам в итоге утонулся. Вопрос, какая ему выгода в этом? Он же первым-то не будет после такого врезания. Точно все против меня. Йоу. Надо же такой кучей прыгать. Ах ты ж собака сине-белая. Воспользовался, да, выскочил. Чтоб тебя снесли. А снесли в итоге меня. Не, ну третий уже все понеслось. 11-й, мимо. Вот я в эту толпу влетаю. Я главное не знаю, как обойти. Ну, предугадать невозможно, что там вправо вылетит. Такое подозрение, что они первых, вот первые машины, они прям четко срубают. Кто бы там не ехал. Держаться в хвосте, а потом выходить вперед, даже не знаю. А? Собака красная опять успела высунуться сюда. Надо, он прям в затылок сопит. Круг 2 из 6. Тут 6 кругов надо. Вот. Вот куда оно? Ладно. Дрифтуешь, собака. Ну, чтоб ты врезался. Нет, смотри, проскочил. Да блин, я тоже хочу так проходить. Есть. Фу! Понятно. Сам себе злая Буратино.
Да. Последний тяжело. Так, что по времени? 20 минут. Ладно. Еще пара попыток. Но уже уставать начинаю, уже ошибаюсь. Давай, 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 крути. Опять красный. Ну ты собака. Шустрый. Ну его там толпа сносит, если он первый идет. Вообще, может, так рассчитано. Что толпа снесет первого, а, красный? И на следующем круге ты сейчас в стенку впияешься, а? Не, ну я следом буду. Ты смотри, прошел. Ладно. Ну я рядом. Там просто еще что-нибудь вылетит. Вон она. Ладно. Эту собаку я не пущу. Ну как не пущу, постараюсь. Есть. Уй, ты ж. Да какого ж хрена? Уйди. Все. Вот оно. И восьмой. И все. И два круга осталось. Вот тут толпу проскочить как-то. Но я не знаю как. Видимо, специально так подгадано. Что они пересекают трассу, как раз вот, чтобы первые шли сквозь них. Так, красная морда сзади. Ну, самый первый в самую гущу влетает, вот вторым я более-менее попадал. Да не столкнешь ты меня. Вот эта шабла летит, пихаясь. Так, а вот мы с красным летим. Что тебе за выгода? Есть. Да, 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 все там останьтесь. Но сам, кстати, он меня не врезался. Я думал, он вместе со мной упрется. Так, нормально. Ничего, я пока второй. Угу, он зеленая морда сопит в затылок. Так, снесите вы его. Уже 4 из 6. В прошлые разы мы тут оставались. Ох ты ж. Нормально, проскочил. А зеленый, по-моему, там остался. Ох ты, чуть задел. Но едем, едем, едем. Красного бы кто срубил. Было бы шикарно. Но, похоже, не судьба. Ну ладно, второй. Второй, говорю, не третий. Блин, похоже, третий. Похоже, последний. Все, понеслась седьмой. И главное, шестой круг. А так хорошо все шло, да? Бабах, там кто-то еще. Ох. Не, восьмой меня категорически не устраивает. Девятый, десятый. О, все, зажали. За что они в хвосте тут дерутся, так пинаясь? Черт, нормально шел. Вот это все пересечение, на котором сносит. Снесли и все. И толпа обогнала. А проскакивал удачно. То есть надо ли настолько быстро, что до первых машин на пересечении проскакивать, ну, по-моему, нереально. Вот красный. Да, красный. Да-да-да, в стенку иди. Угу, вот она шабла. На этом мы еще отстаем кругу, а на следующем они растянутся.
И вот даже... Ой, хрен ее знает. Лучший круг, если бы. Красный, отвали. Молния Маккейн, или как там в мультике звалось. Желтого сюда занесло. Вот, сейчас четвертый круг, и сейчас тут просто толпа их будет. Так, красного сделали. Теперь у нас желтый повис. Желтый, я тебе помогу вылететь. Ты же знаешь. Красный тоже думал, что удержится. А чтоб тебя снесли, нет? Нет. Еще один тут. Сколько вас на могу? Я третий уже? Офигеть, да ладно вам. Да вы гоните. Так, зеленый ушел. Да блин! Откуда вы только вылазите? В таких количествах. Так. Я каких вторым? Еще вторым? Я третий же, по идее. Ну, мне вот этой группе нравится держаться. Угу. Зелень. Иди отсюда. Во, удержался. Каким? Первым? А вот эти что были, с нами захвачены с других кругов, что ли? Которые передо мной мчались. Ну, может. А круто. Первым-то. Корона у меня? А что, еще раунд, да? Да, погодим с короной. Нет, все. Получено звезд 0 из 2. Блин, я первый, а 0 из 2. Как так? Как так? Все. 140 из 200. А, нет, 200 из 200. А это там на арене бодались. Ну все. National Amateurs. Ну что, гонок тут немного, я смотрю. Народная гонка опять, скандинавский тур. Какие-то суперваны. О, от школьных автобусов бегать. Я так понимаю, толкаться. Разрушители спидвеев. Аварии на мини-карах. Ну, нифига не мини-кары. Ну, в общем, неплохо. Юниоров прошли. На этом серию заканчиваю. Всего хорошего и до новых встреч.